Мне очень нравится история о том, как один раввин подошел к своему ученику, когда тот ел рыбу. «Что ты делаешь?» – спросил его раввин. «Я ем рыбу». «А почему ты ешь рыбу?» «Ребе, я люблю рыбу». «Нет, ты не любишь рыбу. Если бы ты любил рыбу, ты посадил бы ее в аквариум, набросал бы туда красивых камушков, посадил бы водорослей. Ты любишь вкус рыбы на своем языке». Иногда, когда мы говорим кому-то «я люблю тебя», мы подразумеваем «я люблю себя». «Мне хорошо, удобно, приятно рядом с тобой». И в этом случае слова любви приобретают уже совсем другое значение. Для нас любовь – приятная эмоция, и все. Один человек сказал, что любовь – это глагол, действие. Любишь ее? Сходи за картошкой, вымой посуду, держи свое слово. Люби так, как просит тебя тот, кому обращены эти слова. Кстати, Иисус Христос сказал: «Если любите меня, соблюдайте мои заповеди».